Всем привет! Сегодня я вам покажу небольшой обзор Galaxy Note 10.1. Итак, это 10-дюймовый планшет с отношением сторон экрана 10 к 1. Ой, то есть 16 на 9. Вот так он выглядит сзади. Кстати, очень похож на iNull Hero 10. iNull Nova 10 Hero. Здесь вот разъемы, сим-карта, зарядная, инфракрасный порт, microSD, регулятор громкости, выключение. С правой стороны ничего, снизу разъем универсальный. Динамики находятся спереди. Спереди также камера, датчик освещения. Сзади мы видим надпись Samsung, маркировка. Камера фронтальная со вспышкой, между прочим. Так. Что мы тут видим? Разблокировку по лицу. Пока такой простенький. Вот. Так, Antutu Benchmark. Попробую настроить так, чтобы было хорошо видно. Так. Надеюсь, резкость навелась. Итак, корень тест. Запустим тест. Сначала информацию об устройстве. Так. Четырехъядерный процессор ARM7. Частота от 200 до 1400. Разрешение экрана 1280 на 752. Так, Mali четырехъядерный 400 МП. Память. SD-карта, камера 5 мегапикселей, больше тут ничего интересного особо нет. Так, начать тест. Посмотрим на тест Antutu. Он, конечно, длительный, но познавательный. Thank you.
Так, отлично. Результат 16283. Тест again. А где подробности? Итак, TouchWiz в Galaxy Note. Так же, как и везде, представляет из себя несколько рабочих столов и меню приложений, где приложения разбросаны не по алфавиту, а так, в творческом беспорядке. Их, конечно, можно упорядочить, подержав, перенести на рабочий стол. Можно изменить, перераспределить их местами, поменять и так далее. Виджеты здесь же устанавливается виджет, как раз нам нужно кое-что сделать. Сюда поставим виджет. Виджеты, конечно, можно менять по размеру. Так. Зайдем в настройки. Конечно, есть и Wi-Fi, и Bluetooth, и прочие. Есть энергосбережение, вкладка, где можно настроить все подряд в устройстве. Версия Android пока 4.04 здесь. Так. Производительность мы посмотрели. Посмотрим, как он воспроизводит видео. Громкие динамики фронтальные очень удачные. Это HD качество, но не Full HD. Это 720p. Так, что он еще умеет? Стандартные наборы приложений, карты и прочее. Квадрант. Посмотрим. Нет, тоже разворот. Так, результат
Так, попробуем сфокусироваться. Не получится. Итак, общий результат 5926. Для квадранта это очень здорово. Что еще можно посмотреть среди приложений? Так вот, телевизор работает. Приложение установлено. Ну да. Не работает почему-то. Скайп, ВКонтакте. Попробуем Тунгис принять. Закрыть. Калининград. Загрузить. Еще я покажу вам, как Navitel работает. Только на четырехъядерном Тугис наконец-то почти не тормозит. Хотя, конечно, не так плавно, как на iOS. iOS тормозит слегка слайдами. Так. Карты надо закинуть. Да, куда им положено. Теперь запустим Navitel. Ну, в помещении Navitel не поймает, но на всякий случай включим. Да, видит он нас в Атлантическом океане. Карты пока не подгрузились, по-моему. Спасибо за...